Сейчас в разгаре третья декада июня. С приходом тепла все растения оживают. В том числе расцвели и вот эти очень красивые пионы. Эти пионы располагаются, можно сказать, что на новом участке. Осенью было прибавление к моему основному участку вот этой территории. И вот здесь вот эти пионы, они цветут вот такими замечательными цветками. Пионы расцвели как-то внезапно, сразу очень дружно. Цветки очень красивые, такие красные с темным сиреневым оттенком. Очень красиво цветут. Здесь всего два кустика пионов. Я эти пионы помню очень хорошо. Дело в том, что когда-то этот участок, очень давно, правда, это было, вот этот домик и участок в целом принадлежал моим родителям. И вот получилось так, что менялись хозяева, и этот участок все-таки приобрел, в конце концов, я. И вот этим кустиком пионов, ну, никак не меньше 30 лет. Конечно, никакого ухода последние годы этим пионам не было. Растут они себе тут, растут. Есть не просят, как говорят. Но их никто не трогал. И вот они вполне хорошо сохранились. Два очень мощных таких куста. Красивых пионов. Я их решил оставить. Пусть они тут будут. И дальше радовать всех окружающих своими красивыми цветками. Может быть, даже часть от них отсажу. Где-нибудь еще в другом месте разведу эти красивые пионы. Что мне нравится в пионах, помимо их красоты, конечно, это то, что это очень неприхотливое растение. Вот, например, эти растут, ну, очень много лет, практически безо всякого ухода. То есть очень стойкие, выносливые многолетники. Ну, а цветки у пионов очень красивые. Не знаю, конечно, что это за сорт, но смотрятся они очень хорошо. Срезать мы их не срезаем, поэтому они так и растут вот тут на кустиках. И привлекают как разных насекомых, так и взгляды всех окружающих. Очень красивые цветы. Издалека видно такие огоньки. Где-то у меня есть еще розовые пионы, но они еще только-только собираются цвести. А у этих пионов уже цветение, можно сказать, что в разгаре. Вот такие замечательные два кустика пионов. Пусть растут и дальше.